В семье Ивановского троллейбуса ожидается очередное пополнение. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава города Владимир Шарыпов. Совершенно новые троллейбусы производства уфимского трамвайно-троллейбусного завода появятся в Иванове уже этой весной. На выбор завод-изготовитель предложил нам три варианта – красный, зеленый и синий. В результате голосования с большим отрывом победили два варианта – красный и зеленый. Как отмечали пользователи соцсети, красный, потому что красный Манчестер, зеленый в поддержку экологичности этого вида транспорта. В итоге берем два зеленых, два красных и один синий по результатам, опять же, голосования пропорционально. И, конечно, спасибо всем, кто принял участие в голосовании. Троллейбусы марки «Горожанин» – одна из самых популярных моделей в России и оптимальный вариант для областного центра. Машины низкопольные, с откидным пандусом и с асинхронным двигателем, то есть на этих машинах применены энергосберегающие технологии. Конечно, машины не из дешевых, но город приобретает их в рамках государственной федеральной программы. Каждая машина субсидируется из федерального бюджета в размере 5 миллионов рублей. Кроме совсем новых рогатых, в 2019 году на линию выйдут московские троллейбусы. На сегодняшний день из 20 машин в рамках договоренности с Мосгортрансом город невест получил 18. Совсем скоро прибудут последние два троллейбуса. Планируем на следующей неделе закончить вывоз машин, и таким образом все 20 будут у нас в парке муниципального предприятия. Но в этой части я, естественно, говорю о фактической доставке этих машин, и сразу же хочу уточнить, что юридическое оформление происходит с задержкой. То есть сначала происходит фактическая доставка, а дальше уже оформление юридических документов. Так что на городских улицах эти троллейбусы-москвичи появятся не скоро. Пока же к выходу на линию готовы несколько машин из первого транша. Вероятно, выпускать на маршруты их начнут уже на следующей неделе. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.